управления, как бы вышла регуляция, председатель войны, забытие укрепился, укрепился, на узборе вышла регуляция. Забытие не заметил, плотно ускорит ход свой, говорит Господь, и возлучен тебе. Переходите от веры в веру, от силы в силу, от славы в славы, когда Господня Духа, ибо Сын дан тебе, верным штам регуляция, в котором несмертные богатства, верным штам регуляция, которая вся полнота гнездурной глаза, обнаруженной народными штанами, которые есть драгоценнее всего гнездурный глаз, которым камень штанные глаза, все сокрыто, говорит Господь, но открыто для тебя словом моим гнездурный глаз, и так желаю, чтобы ты нес истину мою, чтобы ты более и более познавал и приближался и возрастал, полный возраст Христов, народ мой, чтобы это было для тебя целью вермуштабной власти, постичь и достичь вермуштабной власти. Ибо постичь — это не складированное слово, народ мой, это шаг к действию, это исполнение, говорит Господь, вермуштабной власти. И как желаю, чтобы ты направил ухо твое мнение к слышанию слова моей вермуштабной власти, чтобы ты не пренебрегал слово мое, ибо пренебрегая и отвергая слово мое, преднаставленное гласие, и отвергая самого Бога, ибо слово есть Бог. А что гласит истина, отверг не себя. Возьми крест свой и следуй со мной, говорит Господь, преднаставленное гласие, следуй путем истины, говорит Господь, путем устин, преднаставленное гласие, и не останавливайся, и не оглядывайся, говорит Господь, неустанный глаз, ибо слово мое истинно, но живо и действенно, и дай ему возможность быть живым и действенным в жизни твоей, говорит Господь, не став рамки, не став препятствия, неустанный глаз, ибо слово это то, не иное то, что ты читаешь, говорит Господь, есть Дух Святой, Животворящий, который способен открыть тебе истину. Но открой ухо и слышь голос его. Открой ухо, преднаставленное, и преклони, чтобы слышать и услышать, говорит Господь, преднаставленное глаза. Не обнимайся разумом своим, преднаставленное глаза, но открой сердце свое. Дай возможность действовать Духу Святому, как на этом месте, так и в жизни твоей, и в сердце твоем, говорит Господь, преднаставленное глаза. Ибо суд начнется с Дома Божьего, Иисус Святой, Вернуштумный Глаз, у моей руки суд, говорит Господь, и в моей руке милость, которая превозносится над судом, но суд без милости, не оказавшему милость народ мой, постигай истину мою, углубляйся в слово мое, живи этим словом и живи по слову, говорит Господь, ибо в нем все, говорит Господь, Вернуштумный, ибо слово свое, истину свою, Бог превознес выше имени своего Вернуштумный, ибо словом все сотворено, говорит Господь, Вернуштумный Глаз, и слово действующее, оно было, есть и будет народ мой, Вернуштумный Глаз, и как важно тебе, более и более полюбить его, Вернуштумный Глаз, это всемогущее слово, действующее, говорит Господь, Вернуштумный Глаз, и Духа Святого, чтобы быть водяным Духом Святым, народ мой. Ибо только Дух Святой, Он поведет по пути прямом. Только Дух Святой, Он приведет тебя на пашечки сплаченные. Только Дух Святой, Он откроет тебя в глубину истины моей, глубины любви моей, глубину любви моей. Ибо любовь — это не слова, говорит Господь, это дело, преднаставленное глаза, и вера без дел мертва, говорит Господь. Если ты мудр, если ты разумен, то докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрой кротостью, говорит Господь, преднаставленное глаза, ибо мудрость человеческая — это мерзость пред Богом, преднаставленное глаза. Ни к чему хорошему не приводит, как только к гордости и к надвинию, а этому противится Бог, преднаставленный глаз. Народ, не забудь это, познавай и запоминай, открывай свое сердце и более растворяй слова моей веры, говорит Господь, преднаставленный, ибо помни, что им оно не принесло
не принесло пользы, хотя они слышали и видели, потому что они растворили веру, и они сами прослушали, как забавно рубит славы, и Господь. А я не желаю, чтобы ты был таковым, чтобы ты научался, чтобы это было тебе в наставление, пример, чтобы так не поступать на мой, ибо слово мое гласит, как делать, чтобы достичь и постичь жизнь вечную, говорит Господь. И если не будешь делать, куда заведем тебя? Путь иной, который есть широкий, просторный, и которым сегодня пошли многие, уклонившись от истины и пренебревших словом молитвы, мужчины глаза. А я желаю, чтобы ты возлюбил, более и более возлюбил, говорит Господь, что любовь, моя любовь жертвенная, она наполнила сердце твое, мужчины глаза. Чтобы ты ни на кого ничего не имел, чтобы ты выбросил эти камни преткновения из сердца своего, эту тягость, ну что мне даже это горе, чем быть. Народ мой, зачем носишь все это? Разве поднимешься ты с этим? Разве сможешь пройти и дойти, говорит Господь, ведь это для тебя, ну что мне, непосильная ноша, которая стянет тебя с духовной высоты, которая снимет тебя, ну что мне даже, говорит Господь, а почему народ мой требует? Приобретай полезное, приобретай то, что дарует сегодня Господь. Собирай со мной, Вознесенный Царь, и будет польза тебе, Вознесенный Царь. Посмотри на свой светильник, народ мой, Вознесенный Царь, ибо народ, который не собирает, который сегодня не придает значения голосу Духа Святого, который не вникает в истину мою, Вознесенный Царь. Это как сосуд треснувший, Вознесенный, который он не годен к употреблению, говорит Господь, Вознесенный Царь. В него ничего не войдешь, и в нем ничто не удержится, Вознесенный. А поэтому, народ мой, приготовляй сердце свое, очищайся, освящайся, ибо время благоприятное, и все тебе сегодня благоприятно для роста духовного, для доступа к благодати моей, вкушай благо мои, и живи, говорит Господь, наполняй душу свою, и иди вперед, говорит Штамный Глаза, возрасти молитвы горячие, воспламеняйся огнем Духа Святого, не дай врагу охладить сердце твое, говорит Штамный Глаза, посеять эти преграды, народ мой, но храни и возделывай почву сердца твоего, говорит Господь, припаяться во чрево ума, не допуская эту информацию негативную, говорит Господь, которая смущает тебя, которая сеет уныние, неверие, доверяйся более Богу твоему, который оставил за тебя драгоценные обетования, вникая в них, ибо это все для тебя, говорит Господь, Вознесенный. Бери и используй, бери и живи, говорит Господь, Вознесенный Глаза, что еще не сделал я для тебя, говорит Господь, я еще не стиснул руку твою, я еще не сузил путь твой, чтобы ты завоплял, говорит Господь, чтобы ты почаще взывал, чтобы ты приходил на Голгофу и склонялся, Вознесенный Глаза, чтобы не было тебе времени для пустоты, для осуждения, говорит Господь, Вознесенный Глаза, ибо суд Иисус сегодня в народе моем, подводишь черту, подводишь итоги, Вознесенный Глаза, а ты подведи итог жизни своей, рассмотри себя в зеркале слова моего, Вознесенный, и проведи эту черту, граничащую, которая будет преграждать путь беззаконию, грехам, говорит Господь, Вознесенный Глаза, народ мой, ибо слово мое говорит обо всем, Вознесенный. Оно объемлет все сферы жизни человеческой и дает все ответы на все вопросы жизни, но только вникни, говорит Господь, но только исследуй себя по слову моему, говорит Господь, укрепляйся, утверждайся и более и более проси мудрости, проси ведения, проси познания, говорит Господь, разве я скрываю, разве я лишаю благ, говорит Господь, я наоборот, приготовляю и даю и желаю излить эти благословения на народ твой. Это дождь, говорит Господь, последний,
который был сильнее за всех предыдущих, Господи, нужданное. Но способен ли ты будешь принять это, Господи, нужданное? Я пойду сегодня приготавливать тебя, Господь, дням грядущим. Сегодня приготавливаю тебя, Господь, встреча, народ мой, что мне каждое, ибо жди посещения, жди, говорит Господь, ибо придет Господин, искать плода, кроме штанной каждой, придет, говорит Господь, и с чем предстанешь, народ мой, на сегодня есть время. Лето Господне, время благоприятное, говорит штанное, ничто тебя не гонит сегодня, нет запрета, говорит Господь, говорит штанное каждое. Насыщайся, неси свет мой мирный тьму, неси хлеб голодному, неси воду жаждущему, говорит Господь, неси свет смертным штаны, поправляй святыню свой, запасайся маслом, наблюдай за уровнем масла в светильнике твоем, чтобы он не угасал, говорит Господь, говорит штаны, наполняй чаши молитвой, наполняйся силой Духа Святого, говорит штаны, что доступно тебе, ведь есть сегодня тот, который поведет, который поможет, утешит, который наставит, говорит Господь, который и обречит, и укажет все недостатки, для того, чтобы ты исправился, чтобы не погибла душа твоя, говорит ныне, Дух Святой об этом не пренебрегай, не жесточай сердце твое, когда Бог обличает тебя, ибо Бог любит и желает исправить перед детей твоих, чтобы приготовлен был путь Господу, преднештанной каждой. Народ мой, все это делает Дух Святой, все это делает милость моя, преднештанной каждой, ради имени твоего, ради славы твоей, чтобы ты прославил меня, народ мой, чтобы ты был благодарен и имел сердце благодарное, уста твои, чтобы и сердце наполнялись хвалой, говорит Господь, не просто так, преднештанной каждой, чтобы поставить галочку, что ты сказал слово, а слово без дел пустое, а слово без дел мертвое, говорит Господь, преднештанной каждой, не весь закон, который издают и не исполняют, он мертв, преднештанной, он ничего не приносит народное, а возьмет. Я желаю, чтобы ты был живым, преднештанной каждой, чтобы ты вникал в себя и в учение этим занимался постоянно, говорит Господь, чтобы ты преображался, чтобы ты был новым творением во Христе Иисусе, потому что предлагаю, чтобы было все новое, новые мысли, новые поступки, новое поведение, чтобы ты был письмом узнаваемым и читаемым всеми, чтобы это все было очевидно, что ты истинно Божий народ мой, чтобы ты не скрывался в ущелье, говорит Господь, между штаны, ибо время свободы, и не так долго еще продлится, и будешь сожалеть, между штаны, и будешь рыдать, говорит Господь, между штаны, а сегодня ли слезы, а сегодня сокрушайся, а сегодня взывай, ибо есть отвечающий, говорит Господь, есть помогающий, между штаны, не поддерживающий, говорит штаны, есть наполняющий, говорит Господь, благодатью, силой своей, говорит штаны. Есть помощь от Господа, народ мой. Разве сам идешь или можешь что-либо сделать один, говорит штаны? Не я ли любовь твою поддерживаю тебя? Не я ли благословляю тебя, питаю? И пою, говорит Господь, говорит штаны, и даю тебе все потребное для жизни благочестия, но для жизни желаешь, говорит штаны, и просишь все для жизни земной, а для благочестия, народ мой, говорит штаны, о, как желаю, чтобы ты в благоговении предстоял пред лицем моим, чтобы страх Божий, не страх мира тебе наполнял сердце твое, чтобы ты боялся потерять эту нить связи с Богом, эту благодать изливаемую, чтобы ты, народ мой, предоставленный каждый, стремился более и более, и ревно, чтобы она возросла во внутренности твоей, верно, чтобы ты каждый, чтобы ты стучал, пока не отворят, говорит Господь, чтобы ты имел терпение ожидать народ твой, чтобы ты не махнул рукой, о, сколько я молюсь, и ничего не происходит,
А когда знаешь ты времена и сроки, Вибриштамне, дай ей руке, мой оно, Вибриштамне, не тебе ли дано слово, чтобы ты исполнял Вибриштам регламент, не ожидал от Господа, который знает, когда и что дать тебе, и в какие сроки народ твой, но имей терпение, чтобы исполнить волю Божью, получить обещанное, разве не знаешь, что будет истина моя, а посему познавай более и более слово мое, углубляйся, изучай, исследуй, ибо только через него будешь иметь жизнь вечную, только там спасение, только там благо, говорит Господь в этом мире. Не найдешь это все суетное, это все краткосрочное, говорит Господь, временное, а у меня вечное, ненаставный власть. Ибо вечность впереди, все это пройдет, народ мой, все это развеется, как знакина, и все это слава человеческая, она померкнет, говорит Господь, ненаставный, посему прославляй Бога твоего, который в свое время ведет тебя в славу свою, ненаставный власть, где будешь вечно славить. Говорит Господь, мы хотим устремиться к этой цели, не теряя ее с виду, говорит, чтобы легаться, приходи через Голгофу, ибо там, кому штаб легаться, пролилась кровь, кровь святая за тебя, говорит Господь, там обретено из тебя спасение, там свобода, говорит Господь, и жизнь народ мой, на штаб легаться, помни все то, что совершилось, не забывай, вспоминай, более и более, говорит, штаб легаться, познай силу воскресения, которым оправдывает тебя, Господь. Я посему приходи к Господу, не к человеку, что делает пес, говорит Господь, сегодня есть, а завтра, как свет стоял, мешкам лежался, а завтра нет его, а я вечный Бог, мешкам лежался, и призываю всех, придите ко мне, все труждающие, обремененные, и я успокою вас, и вы найдете покой душам вашим, ибо как ты, народ мой, мешкам лежать, без печи, мешкам лежался, в ревности сегодня проводишь время, мешкам лежался, когда время такое драгоценное стоит. Будешь жалеть об этих минутах, когда штаб легался праздно, проведенные в мане не возвратятся. Придет другое время штаб легался, придет трудное время, страшное время, когда штаб легался. А как не убоишься тогда, если сегодня страх у тебя такой, когда штаб легался? Но тогда будет страх Божий, когда будет надежда упования на Бога живого, который дает тебе все, когда штаб легался. Не убоишься происходящего, и тьма, она не сможет приблизиться к свету, ибо свет великий пришел в мир, и тьма не объяла его народ мой. Помни это и ходи в этом свете, говорит штаб легался. И тогда будет благо тебе, ибо если будешь во свете, если будешь исповедовать грехи твои, то кровная, у нас сильна омыть всякий грех, который ты приносишь, ведь лице мое и я забрасываю за грехи, не вспоминай, народ мой, но потом не ковайся в прошлом, который ты принес, ты не там, его нет, но есть. Чистого листа начала жить твоя там, на Голгофе, когда ты приходил на отмой. Так ходи в этой чистоте, ходи в святости, ходи в новой жизни, говорит Господь, и нештамный глаз. Но говори, прославляй Бога твоего, и нештамный глаз, и стремись к Нему. Стремись иметь общение всегда с Богом живет, общение с Духом Святым, чтобы тебе слышать голос Духа Святого, который направляет тебя на всякую истину, который желает и желает преимущественно поддержать тебя во всякий час жизни твоей, во всех трудностях твоих, во всех скорбях твоих, печалях, во всех проблемах твоих преимущественно власти, чтобы ты не увлекался этим, чтобы ты был выше всего происходящего, ибо ты Божий. Ты принял силу Духа Святого, народ мой. Ты не разумеешь, какая сила внутри тебя, верно, что вылегается. Ты не разумеешь того, что дал тебе Господь, посему приходится вновь и вновь поить тебя молоком, народ мой, верно, что вылегается, а по времени. По времени уже твердая пища должен питаться, народ мой. Громадштамный гайся, посему ныне, говорит Дух Святой, смирись. Велико, велико смирись, и вновь, говорит Дух Святой,
Мирийский восьмиленный, и зовет сатала бедаль, великой силе, приминштабной глазе, пропадет этот дождь благодати, пройдет народ мой, приминштабной глазе, ожидай, говорит Господь, приготовляй сосу свой, чтобы изливаться, приминштабной глазе, научись принимать, научись пользоваться, не только знать, говорит Господь, приминштабной глазе, но многие знают, но не исполняют, приминштабной глазе, а посему и заблуждаются в умствованиях своих, и другие заблуждаются, приминштабной глазе, и слепые ведут слепые, говорит Господь, а я дал тебе глаза видящие, и желаю, чтобы ты видел народ твой, приминштабный, чтобы ты различал, что с духом моего, чтобы ты не увлекся философией, говорит Господь, и всяким мутным течением, которое сегодня столько в мире, говорит Господь, чтобы ты не прилепился к идолам, говорит Господь, приминштабный, не создавал себя кумиров, приминштабный, гадой, ибо один Господь, один Бог и одна вера, говорит Господь, и Бог приведет всех в единство, говорит Господь, но стремись к миру, не враждуй, говорит Господь, люби и молись за каждого, приминштабный, гадой, ибо каждого возлюбил Господь, как и возлюбил тебя, аминь. Да, аминь, слава тебе, Господи, у вас.